В целях перехода к сервисной модели взаимодействия государства и народа президентом страны утверждена концепция развития государственного управления до 2030 года. В Алматинской области прошел семинар-тренинг на заданную тематику, причем в качестве спикера для слушателей, а в семинаре приняли участие государственные служащие региона. Выступил журналист телеканала ЖТСУ Бекен Алирахим. В рамках мероприятия был рассмотрен вопрос формирования человекоориентированной модели государства управления, основанного на взаимном доверии между государством и обществом. К слову, инициаторы семинара стали представители Академии государственного управления по Алматинской области. Взаимодействие с представителями СМИ и публичное выступление. Под таким названием в филиале телеканала ЖТСУ, расположенном в городе Конаев, прошел семинар-тренинг для 23 государственных служащих Алматинской области. В ходе мероприятия журналист телекомпании Бикен Алирахим рассказал присутствующим, как правильно выступать перед публикой и как адекватно реагировать на резонансные публикации в социальных сетях. Нас научили работать с медиа. Также были прекрасные уроки психологии. Мы стали более понимать общественность, с которой к нам приходит, с которой мы взаимодействуем. Ну, собственно говоря, это большой опыт для нас. Спасибо большое Академии за проведенный курс. Главными организаторами мероприятия выступили представители Академии госуправления по Алматинской области. По словам спикеров, для госслужащих немаловажным качеством также является умение правильно и эффективно взаимодействовать в масс-медиа. В период с 7-11 августа у нас на базе филиала Академии госуправления прошел семинар на тему взаимодействия со СМИ и публичные выступления. В рамках семинара наши госслужащие прошли практическое занятие в студии ЖТСУ. У нас ежегодно мы проводим семинары на такие тематики, потому что у нас, как бы, мы понимаем, что это важно сейчас — взаимодействие между госорганами и СМИ. Это, как бы, важная у нас задача стоит. Напомним, в семинаре приняли участие 23 государственных служащих из разных регионов Алматинской области. По мнению лекторов, полученные знания помогут повысить им уровень взаимодействия как с обществом, так и со СМИ. Аружан Тнеибаева, Бекжан Кенжебай, телеканал ЖТСУ, Алматинская область.